Ну что ж, мы продолжаем. И в вечернем квартале наша постоянная и, надеюсь, ваша любимая рубрика «Встречи со звездой на Стрэпском телевидении». Встречайте ее постоянный ведущий Тринко Бридж. Здравствуйте, дорогие теленаблюдашники! В эфире музыкально-децибельная программа «Ульна Варальна Звезда» и ее ведушка Тринко Бридж, еще обладушки! Наша программушка такой длинный час не мозолила ваши глупоглазы, что я даже пару раз преуспел вскучнуть. Чешется запросить вас на многократную извинячку за такой простой. В меня была мощная уважачная причина. Мне было допадло работать, я был на речке и пинал буи. Да. А зараз давайте мощными рукохлопами взбудоражим себя, то запросим на сцену нашу звездануту приблуду. Зустречайте сладколица, горлодралица Злата Огневич! Добрячковый вечерочек, Злата. Дозвольте лобызнуть вам кобылячку. Беляш кушали, да? Окей, добре. Вместе с вами. Да. Да. Парканите Кардашьян, погоняем балабола. Так. Значит, сразу чешется распытать, чи маете вы ухажерца, чи лохматите с хохольком, чи матросите по кобыльках. Я все поняла. Маю. Маете? Маю ухажерца. Так. Маю. Добре. Я просто имел хотелку запредложить вам мутануть по беспределу с сербским ловелазом. С вами? Ясный штрих, что со мной, конечно. Меня еще кличут сербский Брэд Писич. Да, оплодушки! Да, на жаль, як-то чешут нас Сербии не с нашей пружкой. До слова, Злата Огневич, что сильно схоже на сербское имечко, то фамилицу. Вы не сербка? Злата Огневич — это мой творческий псевдоним. То так накорябано в паспортишке, правда? Уже да. Добре, ну тогда чешется вам поведать, что вы шишечку притупили, бо в нас в Сербии маются больше милозвучные погоняльца. Давайте так, я вам запредложу двойку-тройку погремух. Может, кто-то из них вам будет мощней до сердца, неж Злата Огневич. Добре? Добре, добре. Шишка Торчич. Нет? Дырка Зубич. Нет. Бутафорич? Нет. Мракобесич? Шкода Фабич? Мантучешич? Мазафакич? Легко здобыч? Нет? Нет, 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 нет. Просто Злата Огневич, добре. Як нас забалаболить на неч і судільки? Неч, а зраз в нас рекламований перекурчик. Головним бабломітателем нашої програмушки є елітна наливайка «Бухарест». Наливайка «Бухарест» – тільки елітний алкогольний на мішалки. Красновата «Мері», пена с коладой, штрик на пляже. Наливайка «Бухарест», уподобься свиноматке. Наш постоянный партнер – Европейское работодательное агентство. Задолбало нищебродить в Сербии, мотнись в Европу. Европейское работодательное агентство, тереби клубничку в Польше, возводи халабулы, полоскай хрыча в Италии. Оп, ладушки, эй-эй! Возвернемся до Златы, перекинемся до наступной темки. Звезданутое ногодрижество. Это что такое? Это по-вашему танцы с зерками. Так, проект, да? Звездопляски по-нашему, да. Не секрет, что звезданутые плясуны не противлятся подергать партнерца за гормон. Так сказать, поелозить за паркетом. Славноизвестный страноглаз и мироблуд Дима Комаров даже обженился на своей партнерке и сразу официально жалит мисс Украина. А то и ваш партнерец Женька Жук, то есть мощно липовидный ногодрык. А был промеж вами искромет? Давайте по чесноку. Жучились с жучком? Ну, конечно, вы хотите услышать ответ «да». Но я люблю бабочек больше, чем жуков. Чем жучков. Боюсь. А Женька с четой жук, да. Такая вопрошалка, чи не чешется вам светануть табличкой в киношке? Например, звезданутый репомютный славомет Потап разом с гномовидным шапконосом Монатиком? Светанули хлеборезки в скаженном веселье?
Дедовідний горлопан Дзідзьо нахлобучил глядача на контрабас. Даже Олька Полячиха в свингернутом фильмеце раздвигала шлепки. Чего вы поджидаете? А я уже согласна. Уже? Да. Добре. А для того, чтобы мы дальше могли в нашей программушке гонять балабула, я кину благодарку нашим спонсорованным деньгодавцам. Программушка «Оральная звезда» кланяется в чресла минеральной помогалки для растений «Катяшок». Взбодри урожай, разбросай «Катяшок». А также мы отбиваем поклон кремовидной харя-втиралке для женщин «Надежда». Чешется мужичка? Натрись «Надеждой». Ще один наш баблометач – сетчатка белградских ресторанов «Едало». Будешь в Белграде – заедь в «Едало». Добре, ще болтается запиташка до вашего песнемедства. Какие планы мотаются на вашем передке? Самые лучшие творческие планы. У меня выйдет видео, новый альбом, тур Украиною, який називається «Чекай». Ну, то долгосрочный перспектив, а в близкосрочном, что, дорогие мужички и томатки, облазайте княшле плёсками, для вас горланит Златан Ибрагимович, Тоха Хатайка. Повстречайте лукохропами Злата Огневич!